желтые, видишь? Угу. А вот это как называется? Ты же должна знать. Ага, ну ладно. Я не знаю. Я вообще цветы знаю, кроме тюльпанов, розы и фиалочки. Mm-hmm. Красотища, да? Бля, mm-hmm. Какие листики красивые. Ага. Листики такие. Mm-hmm. Классные. Люди идут с пляжа. Наверное. Помля, какие. Ой, я тут раз не видела. Кувшины стоят. Кувшины. Ага. Какие классные. Самвелу бы понравилось. Да, Самвел это любит. Тоже красивые. Угу. Тоже кустиком. Похоже на фиалку. Угу. Ну такая крупная только. И здесь разные цвета. Пальма, лянь, какая волосатая, слышишь? А там сиреневая. Ботанический сад, да? Угу. Тот же ботанический сад. Ага. И не надо туда ехать, вот оно, все. Ресторан очень красиво вечером. Департамент недвижимости. Да. А, продают квартиры. Продают. Люди, которые вложили, сейчас вот сдают квартиры. Угу. Меню. Что у них тут? Салаты. Пельмени. Салат из свежих овощей, заправленный ароматным деревенским маслом. Так, греческий салат с сыром, фета и крымскими оливками. Ну как бы все то же самое, да, что только может вкуснее. Ну да. Картины. Ну я понимаю, что не нужна, просто я говорю. Бамбук. Бамбук. Бамбук, бамбук, бамбук. Класс. Вот видишь. Угу. Что это такое? Что за ягодки? Слышишь, что это такое? Какие-то ягодки. Что это за ягодки? Не написано здесь. Есть не будем. Бамбука сколько, да, посадили? Люди? Давай, последний рывок. Я умру сейчас. Смотри, чуть-чуть осталось, смотри. Да, чуть-чуть. Чуть-чуть и чуть-чуть. Да какая красота, смотри, цветочки. Иди наслаждайся. Да. Нюхай, незаметно поднимешься. Они, может, вечером пахнут и утром, а сейчас они в жаре такой. А что, не пахнут вообще? Не пахнут. А такое что-нибудь что-то пахнет? Ну, пахнет, ну, естественно. Ну все, дошли. Можно я прыгну туда? Можно, давай. Прыгай. Ну что, прыгаешь, не? Да. Давай, ныряй. Вода такая грязная. Что за синоп? Что это такое? Синоп. А, Феодосия. Это, короче, карта. А, ну да.
получается, Крым, он Ялта. Угу. Вот мост. Ну да. Сочи, Туапсе. Короче, это Черное море. Таганрог. Ну да. Работает в масках. Ну, правда, так, чисто символически. Хорошо, прохладненько. А на солнце солнце такое вот, да? Пекло. Что-то строят. Самый хороший пляж. Ну да. Ага. Пожалуйста, все закрыто. Крымские ароматы. Магазинов не было тогда. Куда ты? Магазин хочешь? Они, ну да. Вход без маски запрещен. А не было ли, почтенные, в вашей губернии за последнее время каких-нибудь болезней, а? Солянка по-домашнему, котлеты, тоже цветочки, кефтели, отбивная куриная, отбивная свиная. Рядом 80. Блюдо дня. Он. Больше украинская запеканка, картофельная с мясом. Запеканка. Люля кебаб. С мясом, люля. Вот купил рыбу меч. Сарга. Говорят, что много фосфора, потому что у нее хребет зеленый. Ну, попробуем. Ну вот, получилось только рыба. Голову я сразу выкидываю. Она очень острая, кстати. А, Б, я тут рассказываю. Хребет, говорят, зеленый, вот видно, что он зеленый, из-за того, что много фосфора. Кто что знает, напишите.